каждый день сталкиваемся с финансами, у нас есть личные финансы, мы должны, по крайней мере, не постараться не терять финансы, ну, а в идеале их развивать, приумножать. Как это делать в непростых условиях, с помощью каких инструментов и подходов, как раз мы и планируем на этом клубе рассматривать, приглашая специалистов-практиков, преподавателей университета и партнеров. Это довольно долгожданное открытие, давно задумывали это сделать, и вот в рамках проекта по финансовой грамотности дошли наконец руки до этого. Это единая площадка на базе вуза для того, чтобы обмениваться инвестиционными идеями, вообще в том числе воплощать какие-то идеи инвестиционные, анализировать возможности и риски современных направлений инвестирования, поскольку довольно-таки большой интерес со стороны студентов, и не только студентов, существует. Это вот как ответ на вызов времени. Это на самом деле первый шаг на пути открытия школы инвестиций ЕРГУ, где будут уже мероприятия образовательного формата, то есть образовательные программы.